Проверка мифов в GTA 5. Если катапультироваться из истребителя, летая вверх ногами, то выживешь. Так и что происходит? Ну, и он выжил, это правда. Если выстрелить в стаканчик у NPC, пуля пройдет насквозь. Стреляем, и удивительно, но это оказалось так. Оказывается, гранатомет может стрелять быстрой скоростью. Для этого встаем в укрытие и ого, это какие-то читы. Если полить из гидранта другую пожарную машину, то он ответит тебе тем же самым. Ха-ха, видимо, у них так принято здороваться. Чтобы скачать эту игру на телефон, нажимай вот сюда.